все-таки до нас прибыли собачки, да. А тут вот наши кобельки. Да. Ну, девки такие, что это... Да. А, молоденькие псюки. Ну, тоже не хотелось бы, да. Молоденькие, в репятах. Да им бы поиграться, да. Им бы поиграться, а наши ж злодеи. Да, наши злодеи. Да, вот так все выглядит. Что? А, еще вот прибежал. Герой. А, что? А теперь страшно, да? То ж мы гавкаем на тютьків, а це мы бігаем от них. Ой-ой-ой. Да. Ті, що особо не гавкають, ну, он Петро побіг, от нього там духан йде такий, що это. Що, Нінка, да? От тебе так не пахне, як пахне от кобіля. Да, цей такий, що тільки одним присутствием. Да, ему и робить ничего не надо, він до деревинки підійде, попися и все, да, вот этот, видите, в сером комбинезоне, вот этот, да, о, цьому не надо гонять и бігать щось доказывать, а то ось, бачите, в красном молодая собака, от нее такого запаха нема, и чтоб вона не робила, да, у нее есть характер, но не. Вона і погнать погоне, і вона і себе в это. Ну, це я ж бачу, що молоді собаки, їм аби побігати і погавкати. А якщо б була якась покруче, то з'їсти нас можна аж на ура. Ну, а це бігати. Чого? Ну, Прима не любитель. Чужих собак вона взагалі не любитель. Ну, будемо двигати. Да, набігались. Да, Митя набігався, да, це такий, що все в городі там найбільше кричить. Ну, бігають. Дурненькі, да. Пошли! Ну, а Петро без устали, да, Петенька без устали. Він все гоняє. Петенька гоняет, да, Петенька весь сам достоинство, да. Петя знает, что такие, ну, молодые собачки. Все такие, ни о чем. Да. Они дурненькие, наши дурненькие. Ну, это хорошо, что такие, что они ничего вреда нам нанести не могут, и вот это мы... И мы тоже позволяем вот такую беготню всякую. Идем, Плюшенька. Пошли, Рита. Ну, за девок я не переживаю. Девки даже если и дырок получат, но они за себя постоят. Их просто так не задавишь, да. Вот это уже, вот что в таком радужном, этом, она кусанная большими собаками, то она знает, как противостоять этому всему. Да, были хорошие учителя, так что, ну, ушли те все собачки. Ну и мы движемся, да. Вот оттуда, бачите, вот эта церковь Московского патриархата, да, в 3 этажа дома из бревен. Все хорошо, но это так, отвлечение, да, ну и мы. И мы дальше уже начинаем уходить. Это еще не город, не подумайте, это еще не город. Это пригород и дуже далеко. Это наша такая объездная, так что... Да, дуже далеко еще нам до дому идти.